Всем привет, вы на канале HardRetInfo, и в этом видео мы покажем, как в игре PUBG Mobile настроить автоподбор. Для того, чтобы настроить автоподбор в игре PUBG Mobile, нажимаем на нижнюю стрелочку. Настройки. Подбор. Автоподбор включить либо выключить. Дальше мы можем выбрать, что у нас в приоритете к автоподбору. К примеру, рюкзак третьего, прицелы, патроны. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.